привет, меня зовут Эвелина. Всем привет, меня зовут Малика. Сегодня мы снимаем челлендж. Он называется «Что у меня во рту?». И на слифа... Давай. Мы сейчас будем делать, кто первый. Слифа! Я сейчас первая. Давай завязывай. Мальке нужно завязать глаза и нос, чтобы она не чувствовала. Если она что-то не угадает, ну, у нас, в принципе, она берет салфетку. Салфетку и плюет туда. И потом, ну, она, короче, должна угадать. Если невкусно будет. Если она угадает, то ей по одному балл. Да, по одному за каждый продукт. Я должна смотреть на нее. Блин. Ой, дышать не могу. Да. Мы-то это как вам? Давай. Так, ложка. Она не знает, что это. Поэтому я ее сейчас это набухаю, наверное. Наверное, я ее набухаю. Вот. Нормально. Тебе страшно? Конечно. Ой, не могу держать ее. Что это? Не знаю. Подуй. Афу. Не знаю. Она сладкая. Это вишневый джем. Дай воду. Бери! А нет. Так, ребята, я ей лучше буду давать тогда воду, потому что она в прошлом видео разливает. Я потом тебе все вот эти покажу штуки. Ага. Ага. Следующее. Ей 0 очков. Сейчас я зажду. Да. Ей 0 очков. У меня блокнот порвал. М? У меня блокнот порвал. Сейчас я напишу М. Так, тебе 0 пока. А тебе вообще миллион. Да. Ага. Так, слив. Бока. Кажется, застрял. Мы, наверное, все лето будем снимать с ней челленджи. Потому что челленджи у нас много. Блин. Мы хотим снять. Очень много. У нас где-то 7-6. Даже больше. Ну да. Да блин! Да. Ну как тяжело. Только немного. Угу. Пожалуйста, блин, на тебя выйдет. Что я туда салфеточку? Салфетку? Ты приготовила одну салфетку себе? Да. Я переборщила. Белина, ты что? Что? Издеваешься? Скажи, ты же скажи, что блю. Ужас. Че это? Майонез. Нет, подожди. Кетчуп. Майонез. Первое слово, давай. Ладно, у нее один балл. Первое слово съела корова. Где кружка? Вот, корова не едят слово. Вот, а у тебя один балл. Вот теперь ты это никогда не угадаешь. Да? Угу. Да. Так, сейчас я намажу тебе. Фу-то, я думала, ты кружку хотела разбить. Это очень... Вот так оно выглядит, вот это бей 8. Елена. Меня хоть видно? Не, видно не было. Фу, я знаю это что. Чё? Это в таком же тюбике, как типа майонеза. Ничего это. Подожди. Какой вкус сказать? Да. Это почти что как майонез. Не, ну скажи, что это? Что ты думаешь? Что типа майонеза. Майонез, молодец. Майонез? Ага. Молодец. Мне так кажется, как будто смерть. Смерть. А теперь тут час я буду давать ей вратищу. Ее. Сколько еще? 4 осталось? Нет, еще сейчас 3 осталось. Ты же мне придал. Открой!
Я думала, ты мне бумагу дала. Чё это? Это круглые. Смотри, она ещё живёт. Это круглые печеньки. Ну, типа печенек. Да. Я забыла, как они называются. Ну, короче, я тоже забыла, поэтому... Всё, хватит! Вкусно. Открой. Что? Рот. И что? Я сейчас буду другую давать. Я не... Жди. Жду. Я думала, пенопласт не выросла. Ха. Я почему? Давай, выпей лучше воды. Это... Короче, будем считать, что это пенопласт. Всё. Открывай ротищу. Бери все. Чё это? Печеньки. Форма какой? Рыба. Угу. У тебя уже 4. И самый последний. Так. Печеньки и всё. Выпей воды. Открывай. Подожди. Ну так пахнет. Все? Угу. Ой, ах, сколько. Главное, колпак у меня. Знаешь. Угу. О, боже, зубная паста не сгорела. Да. У меня раз, два, три, четыре, пять. У меня пять. Нет, еще. Это не все еще. Сейчас посмотрю, угадает ли она. Так. А, фу, вот немножко. Оближи уши свет. Нет, там. Я не собираюсь вытирать. Ну да, я салфетку я вытяну. Фу. Все, я вытерла. Где салфетки? Я уже вытерла. Что ты блевотина моя? Обливалась. Пропалась. Эй, кружку подальше от меня уберу. Угу. Давай, рот. Сосок. Можно его не дуем? Ну ладно. Сейчас еще не все это. Ой. Открывай рот. Выпей лучше или это. Она отгадала. Ну, уже 6. Я, походу, проиграю. Да почему? Ну. О! Чехол. Да. Так, у тебя в общий балл 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 баллов. 7. Поздравляю тебя. Ты сказала, что у тебя почти все вкусное? У меня еще вкуснее, можно открывать? Да. У меня лучшие продукты. О, свет! Я не... Ах, вот я тебе давала. Что ты с моей ложкой сделала? Вот. Какашки. Смотри, смотри, малька. Вкусно, вкусно. Не вкусно. Я вот такой пробовала бабушки. Это майонез? Да. Это соус тартар еще. Какая разница, это одно и то же. Да, молодец. Я сказала нормально. Давай. Ты мне страшный. Паста да. У нас соус. Я тоже не страшный. Паста у нас. Завяжи мне. Давай, Марду. Марду. Блин, мне страшно так. Ну, стой, бери эту. Это салфетка. Я под низ лучше положить. Потом вытяну. Мне страшно! Мне страшно! Если что, громко говори. Не говорю. Не страшно. Почему? Ребята, мне страшно. Ой, да Эвелина мне... Который можно сразу отгадать, не то, что у тебя. А все. Нормально? Угу.
Так, где мы? А где вода? Вода? Да, да, только там полная кружка. Так, я хочу блевотину. Блевотину? Да-да-да-да, у меня сейчас будет такое. На ложку. Хорошо. Не страшно, я потуже затяну. Вот, что затемни это? Мне потуже. Вот. Как? Блин, мне страшно! Подожди, давайте в рот, да? Давай, открывай рот. Майонез. Да, майонез. На, блин, его. Бе-бе. Дай я первого, если не хочешь. Все. Мне понравилось. Понравилось? Записывай. А где? Где этот блокнот, последняя страница? А, поняла. Так. Майонез. Один балл выше. 1.5. Давай, сейчас я тебе дам. Это очень такой жирный продукт. Блин, малика. Что малика? Вот что это. Камеру подвинь мне. Блин. На тебя? А мы сейчас шлепнемся. Ничего не надо. Вот что это. Давай. Открывай рот. Что это? Это, я не знаю, что это. Не знаешь? Стой, подожди. Нет. Не знаешь? Mm-mm. Это масло. Фу! А это твое самое любимое. Блин! А не знаю, что это. Самое любимое твое. Подожди. Надо вот это дать кусочек. Который чуть-чуть такой. Посмотрите, мне покажи хоть. Я показываю. Вот что это ее любимая. Да. Да. Чеснок. А? Чеснок. Нет. А что это? Сало. Чего? Сало. Блин, это же вкусно. Это же вкусно. Я тебе с мясом специально дала, чтобы один жирный был. А я не знаю. Все, давай дальше. Блин, у меня. Ты записывай 0-0. Не угадала ты же? Угу. Можно я посмотрю мясо? Ой, фу, я не люблю такое. С мясом не да. Ну, ты не нормальный человек. Это не мое. Я люблю эту кожу. Кожу? Ты такой выбираешь. Я кожу специально выбираю. Давай откроем. Колбаса. Какая колбаса? Огород. Ага. Что дальше? Угу. Мне еще осталось 3 продукта. Вот этот продукт, я думаю, тебе тут очень мало дать надо. Очень. Очень. Ты вот им показывай. Да, показывай. Вот что это. Фото. А потом скажем. Убирай эту хуя. Дай. Да. Вот. Вот что это. Ну, может, не поймете, но потом я вам скажу. Эвелина сразу поймет. Чеснок. Нет. Стой. Подожди. Я думаю, тебе же за этот будет. Чеснок. Нет. Подожди. Он горький. Ну. Тебе что, не жжет? Острый. Ну, жжет. Мне сейчас со вкусом огурца еще остался. Это прибавь чеснок. Нет. Нет. Еще 2 шанса осталось. Не записываю. Можно еще один? Давай. О, ребят, помоги. Это эти. Это лук. Это лук? Угу. Да. Сразу бе. Жгет? Офигеть, человек. А вот это, я думаю, тебе точно не понравится. Я думаю, же говорила, у меня уже 3-0, наверное. Да, 3-0. Только 2, ну, 2, 2 балла. Блин, все руки. Вот там майонез. Заморалась. Ладно, целую, да. Да. Че? Это вкусно? Не знаю, я ее не помню. Это невкусно. Блин, значит, оно как называется? Просто скажи, что это за предмет. Даже не знаю. Это конфета. Да. Шоколад.
Вкусно. Тебе надо будет внести. Все, закончились. Все? А, нет, не закончились. Мы же снял посмотрим. Подожди, у тебя сколько продуктов было? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? У тебя тут 8 продуктов. Дай посчитаю. Нет, нет, у меня 1 нолик и 7 продуктов отгаданы. А у тебя только по 3 нолика и 3 отгаданы. Давай. Я думаю, ты это точно угадаешь. Открывай, вот я тебе закину. Дай чеснок. Да он вкусный! Ну, хочу. Какашка. И ну, такой целый вкусный. Жалко, что я его не съел. Не родные награды, да? Со счетом у меня 7 получается, а у тебя 4 балла. Все, у тебя продукты кончились? Да, у меня только было 7 продуктов. Что-нибудь из моих эти возьми. Я же забыла тебе еще дать. Блин! Сейчас тебе дам, подожди. Я забыла тебе дать один продукт. Такой. Где бокал? На-ка. Вот. Мне так страшно. Да. А, ну сгилу. Это папа. Где блин? Да, мне салфетку нужно ложку. Да. Чтоб потом чистить. Паста. Да. Так, получается паста, да? Один балл у тебя. Еще что есть? Еще есть. Еще два продукта. Я тоже сердная. Да? Угу. Точно? Угу. Блин, у меня губы упасть, да? Губы нет. Давай. Открывай. Ты водой забила? Стой. Только мне чуть-чуть ложи, ладно? Да, я чуть-чуть положу. Так, Люся. Вообще каплю. Я боюсь этого. Да. Давай я пью. Ё-моё. Сахар. А? Соль. Да. Весь стол мокрый. И последний продукт. Мне надо на кухню быстренько сходить, я его там забыла. Можно? Нет. Пожалуйста. Ладно. Я схожу. Еще салфеток прийти. Ладно, сейчас. У нас тут такое срочище. Ребята, она меня убить хочет. Она меня реально убить хочет. Я хоть ей нормальные продукты давала. Малика, у меня вода закончилась! У меня! Ты не открыла глаза? Нет. Ну, тебе тут точно придется запивать. Блин, у меня тут... Чит. Ну, сейчас я зрителям покажу. Я покажу, как это называется. Тут написано. Вот. Вот так. Это моя любимая? Ну, не знаю. Это все делают, но его прям так ложками не едят. Это там, не знаю, разводят воду, пьют вот это. Ну, да, да. Пьют? Да. Блин, мне страшно. Я тебе поменьше приду. В общем, эй, салфетка! Я же попросила салфетку принести. Я принесла. Дай. У меня вода еще закончилась. Ну ты, если что, на салфетку блевани, только на стол не надо. Все? А? Все? Блин, что это? У тебя чуть-чуть воды там есть. Я не вижу сегодня. Какао. Правильно. А ты откуда его знаешь? Кого? Один, два, три, четыре, пять, шесть. У тебя тоже 7 баллов. У меня получается, у тебя знаешь сколько продуктов? 8, а у меня 10 продуктов. Все, можно снимать? Да. У меня 10 продуктов. О, это вот так тебе. У меня 10 продуктов. Я тебе 10 продуктов дала, а ты мне надо это убрать. Ты девать. Получается, победила дружба? Да. Победила дружба? Ты не будешь мыть. Ладно, ребят, победила дружба. Хорошо. Это очень хорошо. Хочешь огурец? Да. Yeah.
Умяйся, умяйся. Вот, видела? Встала. Угу, садись. Давай, садись. Ладно, всем пока, ребята. Всем пока. С вами была я, Эвелина и... Малика. И получается у нас по читанным баллы только 7-7. Да, я дала ей 10 продуктов, а она мне 8. Так что никогда, ребята, не шутите. Это ужас. Основное какао. Я его пробовала на горке. Не знаю. Ладно, ребята, всем пока. Всем пока. Скоро будет новое видео. Это был челлендж, что у меня во рту. Всем пока.